привет! К нам сегодня приехал очень интересный автомобиль, посему мы хотим снять отдельный ролик и показать, что мы можем делать именно с гибридными автомобилями. Это Panamera 971 кузов с мотором 2.9, турбированный двигатель, это новый двигатель в линейке Porsche, и с силовой электрической установкой дополнительно. Значит, в стоке автомобиль выдает, заявлено производителем, должен выдавать 462 лошадиные силы и 700 ньютонов крутящего момента. Машинка без силовой установки выдает 550 ньютонов и 440, если не ошибаюсь, лошадиных сил. Значит, в нашем стенде на оригинальной прошивке автомобиль показал 482 силы и 726 ньютона, что очень неплохо, выше заявленных показаний. Вот. Но клиенту этого было мало, соответственно, было принято решение сделать стоящий один, снять ограничитель скорости. И мы немножко еще поработали по выхлопу, это будет отдельная история по нему. Значит, на стейдже первом нам получилось снять 626 лошадиных сил и 797 ньютонов. Намного больше прибавка именно по лошадям, нежели по крутящему моменту. И как мы можем видеть на графике, основная прибавка пришлась на высокие обороты, в районе 5500-6000 оборотов бешеная прибавка по мощности. Серединка есть по крутящему моменту, но основная все-таки динамика будет ощущаться в конце, ближе к красной зоне. Поэтому, что касается гибридных автомобилей, их тоже можно прошивать. Как видим по графику, очень хорошая прибавка. Клиент будет ощущать динамику намного интереснее и будет веселее ехать автомобиль, особенно после 100 км в час. Сейчас будем готовить автомобиль к передаче клиенту. Поэтому всем, кому интересно, заезжайте к вам в гости, будем делать такую же пушку-ракету.